Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем забирать лифт, который купили, не купили, а посмотрели для нашего подписчика, его все устроило. Мы его забираем и отправляем его в другой регион. Ну и также вам покажем, то есть японские мотоциклы. Заедем в компанию, которая этим занимается, посмотрим, что они продают и сколько это стоит. Так, ну и вот он, собственно, сам этот лифт, такой ярко-бордовый красный цвет на литье, на летней резине. Вот литье немного вкоцано, колеса стоят 205/55/16, машина 2011 года, небольшие нюансы по кузову, в плане вот небольшая царапина, небольшая вмятинка, ну и в принципе глобала такого нету. Автомобиль интересный в плане на автомобиле 12 палок, но для автомобиля 2011 года, да, это слишком. В общем, как выяснилось, палочки были накинуты. По факту на данном автомобиле всего лишь 7 палок. Ладно, сейчас его заводим, смотрим, получается остаток у нас 50 километров. Скидываем километраж на ноль. Вот мы бэшку скинули. Сейчас едем в транспортную компанию. Ехать нам, наверное, где-то километров 10. По дороге заедем. Попросил наш подписчик купить ему резину и литье. Ну и, соответственно, посмотрим, сколько у нас останется километража. Да, вот единственное, что хочу добавить, для машины 2011 года, то есть она сохранилась прям реально достойно. У нее есть салончик такой чистый, ухоженный, знаете, не замызганный, не поцарапанный. Багажное отделение слегка, но багажное отделение это и есть багажное отделение. Ладно, поехали. Ребята, сегодня у нас пятница, 27 сентября. Завтра в субботу, 28 сентября, мы решили сделать прямой эфир. То есть по-нашему это будет в 2 часа дня. Так что заходите, задавайте вопросы, будем в прямом эфире общаться с вами, отвечать на ваши вопросы. Значит, отъехали, проехали от стоянки ровно 2 километра. Все время ехали вниз, и вот сейчас продолжаем катиться вниз. У нас километраж не уменьшился, он только поднялся, то есть до 53 километров. Идет, получается, рекуперация. Кстати, стоил автомобиль 340 тысяч, отдали его за 305 тысяч рублей. Вот взяли вот такого плана литье. В этом месте 16-е. Нам его упаковывают. Стоимость литья на данный автомобиль 15 тысяч рублей. Литье на 16. Более-менее нормальной резины в этом месте не оказалось. Сейчас еще поедем за резиной. Кстати, вот зарядочка уже переделанная. Кстати, камера заднего вида, заднего хода на данном автомобиле, она с траекторией движения. Очень удобно. Брат наш поехал, тоже красненький, тоже лифт, только грязненький, у нас чистый. Давайте пока с вами едем, да, посмотрите, на каких автомобилях ездит Владивосток. То есть вот едем, ни одного автомобиля отечественной сборки, да, отечественного автопрома. Вот она, Лада стоит, одна единственная, все. Основная масса, конечно, это все японские автомобили. Смотрите, Ашерви едет. Делика, Филдер, Фанкарго, старый Филдер, Приус 20, Форестер, вон Краун стоит, вон Бонго стоит, тоже старенькая, года не знаю какого, Чайзер стоит, года 2000-го, грузовик японский, Дюна, Мазда японская, все Япония, еще Титан едет, Rush, Pajero, HR-V тоже года 98-го, Mazda MPV. Так, человек, пропусти меня. Так, вот приехали за резиной. Значит, докупили резину. Напоминаю, здесь стоит у нас 205/55/16. Взяли 205/60/16, она повыше. Резина практически новая, она еще с немельками. Стоимость комплекта 16 тысяч рублей. Сейчас
так закинули аккуратно, чтобы салон не вкоцал. Естественно, сейчас приедем в транспортную компанию, нормально уже как бы разопрем все, вот, чтобы салон не был вкоцан. Сейчас будем дальше укладывать. Друзья, и смотрите, стоит даже вот Лансер, да, приехал за резины каких-то там лохматых, наверное, 90-х годов. Вот, и он ездит по дорогам России. Так, выезжаем. Приусы. Очень много у нас гибридов. Раньше народ покупал приусы, да, как горячие пирожки. Но в связи с тем, что был поднят утилизационный сбор, вот, ценник, конечно, на приусы вырос. Сейчас беспробежный приус, он стоит, наверное, порядка там от 850 тысяч. Это более-менее нормальный автомобиль, да. Все как-то пересели на фиты. И вот, кстати, что касается утилизбора, опять планируют его поднять в следующем году. То есть, что будет, как бы поживем, время, конечно, покажет. И еще такая новость, то, что собираются вводить с ноября месяца электронные ПТС-ки. Вот, тоже нужно будет обязательно затронуть эту тему. Пока еще никто не знает, как это вообще, в общем, как это все будет выглядеть. Так, ну я вам напоминаю, сейчас едем в компанию Doveline, которая занимается привозом автомобилей с аукционов, ну и занимается мототехникой. Поснимаем вам, наверное, возьмем немного и автомобилей, сколько стоят они в компаниях, и сколько стоит японская мототехника. Вот сейчас едем по улице, называется Военное шоссе. Это такая, как сказать, автомобильная улица. Да, вот с левой стороны магазины автомобильные, с правой стороны автомобили магазины. Вот проехали, раньше был такой небольшой авторынок в плане запчастей, вот, ну и все как-то перестроили в плане благоустроили, понаделали павильончиков, вот, народ повыкупал квартиры на первых этажах и пооткрывались автомобильные магазины. Ну и смотрите, вот вдоль дороги на обочине стоят одни японские автомобили. Вот за все время, то, что мы едем, он, по-моему, «Газель», да, поехал, да, но это не считается, это, как сказать, это городской автомобиль в плане, не в плане «Газель» городской автомобиль, а в плане он городу принадлежит. Полиция у нас ездит на «Хёндаях». Ну, а так, естественно, все жители предпочитают только японские автомобили. Ладно, вернемся к теме. Значит, проехали мы с вами 6 километров 200 метров, было 50 километров, стало у нас 58. По горам мы не ездили, в плане вверх не поднимались, в основном только вот за вот эти 6 километров либо ровная дорога, либо спускались вниз. Смотрите, Марк стоит, 90 кузов, Колдина старенькая стоит, Хорек стоит, Аксио, Эскуда, Карина стоит, Улыбка, Саксид стоит, Ноут стоит, Везель стоит, SX4, все, друзья, правый руль, Ноах, раз, два, Прада стоит правый руль, Паджеро Ио правый руль, Вингроуд, Ипсум, еще одна электричка, Делика, вот Жигули стоят, Хорек, Аксио, гибрид стоит, Прадик стоит, Алион стоит. Ну вот, правда, УАЗ едет. Ну и то УАЗ это военный УАЗ едет с черными номерами. Перед нами стоит Форик. Это самый первый кузов. Выпускался он с 97 года. Ну, это Дори Стайл, как я уже сказал, самый первый кузов. Вот Форестер в переводе означает лесник. Так, ну вот, проехали 8,9, да, практически 9 километров, вернулись к начальной отметочке, 50 километров, как у нас было на начале, да, когда мы отъезжали от стоянки. Опять едем вниз, ну, полпути уже пройдено, даже, наверное, чуть больше. Так, ну что я вам хочу сказать, практически приехали, вон она отправка. То есть пройдено расстояние 23 километра 700 метров, да, ну пускай там 800 тут осталось 100 метров. Остаток был 50 километров, сейчас 47. Ну по дороге, конечно, была рекуперация, но в принципе, то есть, допустим, я доволен, да, состоянием батареи на этом
автомобиля. Так, друзья, ну вот мы приехали в компанию Davelion, да? Есть немного автомобилей, все с ценами. То есть начнем с автомобиля и зайдем уже на открытую парковку. Там стоит множество мотоциклов, великов, небольшие квадроциклы и даже водный мотоцикл есть. Вот, Toyota Rumeon, 8-й год, с люком, белый перламутровый цвет, передний привод. 560 тысяч стоит данный автомобиль. Toyota Prius, 20-й кузов, 8-й год, естественно, это гибрид, 555 тысяч. Inside, 10-й год, серый цвет, на литье, 495 тысяч рублей. Ну, давайте так, то есть автомобилей мы и так, да, большое количество снимаем цен. Сегодня все-таки обзор у нас именно на мототехнику. Вот стоит велик на бензине. Видите, тут Honda People, что я так понимаю, 2000 год, 30 кубических сантиметров объем, 75 тысяч он стоит, представляете, за велосипед 75 тысяч. Дальше у нас стоит электровелик, нет, это тоже бензин, 9-й год, 1 ВД, 30 тысяч рублей, Yamaha Pass. Это у нас стоит электровелик Yamaha Pass, 14-й год. Почему электро? Это тоже бензин стоит, все бензиновые велики, 35 тысяч рублей. То есть 30 и 75 тысяч рублей за японский велик. Рядышком стоят два вот таких каких-то мини-мопеда, да, Honda красного цвета, 13 год, 200 кубиков, кубических сантиметров, 115 тысяч. Suzuki Senior Car, 2000 год, бензин, 0 литров, 75 тысяч. Вот это, я так понимаю, это стоит электро. Вот у вас задняя корзина такая есть. Даже, смотрите, подлокотники. Ну вот, смотрите, мы зашли, получается, на территорию, да, видите, сколько много всяких разных. То есть есть на любой, не знаю, вкус, цвет, объем. Водная техника стоит. Звонное продолжение идет дальше. Сейчас вам немного покажем цены, ну и что за мотоциклы. Вот давайте, наверное, начнем вот с данных мотоциклов, хотел сказать автомобили, с чоперов. Вот у них специальное место отведенное. Вот они стоят. Вот они стоят. Значит, Suzuki Intruder 2005 год, 800 кубических сантиметров, 255 тысяч. Далее, Honda Magna 1987 год, получается, 750 кубиков. Стоит он 185 тысяч. Honda Steed 400, 1988 год, 400 кубических сантиметров, 130 тысяч рублей. Давайте просто посмотрим на состояние мотоциклов. Все мотоциклы – это Япония. У меня аж глаза разбегаются вот этого множества. Yamaha Dragster 400, 1997 год, 400 кубических сантиметров, 135 тысяч. Ну, я так понимаю, он немного подешевел, да, стоил он 140 тысяч рублей. Сидуха такая кожаная. Honda Shadow 498 год, 400 кубических сантиметров, 165 тысяч. То есть тоже, видите, все доступно, пожалуйста, цена есть. Приходите, смотрите, покупайте. Давайте выйдем немного на свет. То есть вот эти вот уже, да, стоят, они большинство с такими, со стеклами. Вот, я так понимаю, ветрозащита Yamaha Rail Star, 97 год, 1,3, 285 тысяч. Kawasaki Wilcon, полторашка, 99 год, 205 тысяч рублей. Yamaha Virago 1.1, 95 год, короче говоря, литровый, 205 тысяч он стоит. Что еще тут интересного есть? Yamaha тоже вот Virago 1.1, 205 тысяч он стоит. Далее вот здесь уже ближе, получается, к окошку стоят подороже. Harley Davidson
2003 год, практически 1,5 литра. Представляете, да, на мотоцикле 1,5 литра. 385 тысяч. Еще один стоит. 2007 год. 1,580. 460 тысяч. Посмотрите, как он блестит весь. Далее тоже смотрите, Harley Davidson, 5-й год, 1,130, 375 тысяч. Yamaha, 2002 год, 1,1, 265 тысяч. Kawasaki, 11-й год, 900 кубиков, 315 тысяч рублей. Honda 98 год, ну смотрите, здесь вот как реально, как на автомобиле, да, двигатель такой объемный, он прям как на пасеке, наверное, на каком-то стоит. Так, ну вот сели мы на Honda, да, 94 год, 1100, получается здесь у нас идет бег автомобиля 42 тысячи, кто-то там газует, ну, в принципе, да, клево. Я как бы на мотоциклах ездить не умею, не знаю. Так, главное, и вот знаете, вот сажусь, да, на него, он такой прям вот, короче, амортизаторы работают. Удобный. Реально удобный. Главное, чтобы никуда он сейчас не свалился отсюда. Ладно, значит, далее, смотрите, ряд идет. Это у нас дорожные, туристические мотоциклы. BMW. Вот грядка у нас идет BMW. Второй год 260 тысяч рублей, 1150 кубиков, 325 тысяч. Тут, да, он мощный такой. То есть защита, я так понимаю, и для лица, там, для головы, для фар, для рук. Защиту на бак надели. Вот здесь рюкзак. Ну, такая сумка удобная, да, что-то можно туда положить, засунуть по бокам. Два бардачка будем это называть. Ну и сзади у нас идет бардачок. Два человека сюда влазит. А спидометр у нас 240, пробег у мотоцикла 52 тысячи. Ну, что у нас здесь еще есть? Указатели скорости, бак. Вот бак и тахометр. Объем тоже 1150, не маленький. Ну да, литровый. То есть едут, я так понимаю, не очень-очень быстро. Ладно, далее, что тут у нас? Это были BMW. Это у нас Honda пошли. 6-й год, 650 кубиков. Suzuki, 12-й год, 650 кубиков, 415 тысяч. Еще один BMW, 98-й год, 1,1, 250 тысяч. Следующий Suzuki, V-Strom какой-то, литровый, 4-й год, 380 тысяч. Еще один, 15-й год, 650 кубиков, 425 тысяч. Honda STX. 1300, 14 год, 1,3, 585 тысяч он стоит. Yamaha FGR 1300, 2002 год, 1,3, 325 тысяч он стоит. Радиатор. Все автомобили чистые. Ой, автомобили, видите, я уже... Занимаемся машинами, а я про автомобили, все. Все мотоциклы чистые. BMW. Тоже бардачки такие, раз, два, три. Сидушки кожаные. Ну, тут видно, да, то, что сиденье, оно не подкрашивалось, потому что если кожа подкрашивалась бы, да, однозначно вот этот вот косяк бы брали бы. Здесь у нас 240. Тахометр до 10 тысяч. 7-й год. R12 20RT. 1200. 445 тысяч. То есть стоил 465, сейчас 445. Kawasaki. 10-й год. 1,4. 475 тысяч. Honda.
1,2 525 тысяч. Смотрите, стоит два снегохода, то есть один нормальный, полноценный, да, такой Arctic Cat Snow Pro, 10-й год, 600 кубиков, 235 тысяч. Вот это поменьше. И обратите внимание, 1987 года выпуска, да, вот эта Yamaha, 125 сантиметров кубических, 155 тысяч. И он ездит, он продается, он работает. Я так понимаю, вот это вот идет двухместный. Да, прикольно, конечно, такое. Как видите, крытая стоянка, то есть чисто, все доступно. Так, это у нас водник, водник с телегой. Цена не указана здесь. Honda 15 год, 465 тысяч, 750 кубиков. Kawasaki 10 год, 650, 305 тысяч. Honda AST 1100, 93 год, 245 тысяч. Априля какая-то, Мана, 8 год, 850 кубиков, 255 тысяч рублей. Ребята, в названиях мотоциклов, да, не силен. Yamaha FGR 13-00, 5 год, 1,3, 335 тысяч. Смотрите, вот стоит Yamaha, Yamaha UZF 1000R, 97 год, 215 тысяч рублей. Вот мне он очень нравится. Такой, знаете, у него агрессивный внешний вид. Надо купить себе по мотоциклу. Ездить на осмотр автомобилей без пробок. 180 пробег, 34 тысячи. Тахометр до 13 тысяч. Показывает еще вот температуру масла. Давайте посмотрим на шоссейные кольцевые. Значит, Kawasaki 3-й год, 1,2, 315 тысяч. Стоит мотоцикл. Honda 5-й год, 800 кубиков, 285 тысяч. Еще один Kawasaki 900 кубиков, 2001 год, 235 тысяч. Honda 2000 год, мотор 1.1, 285 тысяч. Следующий Kawasaki 10-й год, 10-й год 1.4, 575, потом 565, сейчас 555 тысяч. Стоит. Но они такие, конечно, огромные. Огромные, удобные, мне нравятся. Бак 320 на спидометре. Пробег 58 тысяч на мотоцикле. Вот такой вот мотоцикл. Хаябуса какая-то. 1,3, 350. 5 тысяч. Так, ну давайте вот на туристов, да, еще посмотрим на туристические мотоциклы. Сначала вид сзади, как видите, они все с ящиками, с пеналами, с бардачками для путешествия. В рюкзаке, да, на мотоцикле много не увезешь. То есть это у нас BMW, он время показывает 14:08. BMW 3-й год, 650 кубиков, 195 тысяч. Еще один BMW, тоже 3-й год, 650 кубиков, 185 тысяч. Третий тоже BMW, но это все BMW, серия BMW, 240 тысяч.
Пойдем к Харлее покажем. Так, а далее, что это у нас идет? Дороже. Это у нас идет Кавасаки, 7-й год, 650 кубиков, 285 тысяч. Еще один BMW, 12-й год, 650 кубиков, 285 тысяч. Да. Ну, смотрите, стоит еще один Harley Davidson, 8-й год, 1580 кубиков, 460 тысяч. Посмотрите, как он блестит, в каком он состоянии продается. У него установлена японская система для карт, да, для платных дорог. И вот еще стоит, ну это можно, да не можно, это стоит двухлитровый, можно так сказать. Yamaha, 8-й год, видите, 1900, 410 тысяч он стоит. 5 тысяч скидка. Такие, конечно, серьезные аппараты, очень серьезные. 290 на спидометре. Вот еще, смотрите, стоят такие интересные экземпляры Suzuki One One 200, 2002 год, 110 тысяч. Yamaha 2001 год, 200 кубиков, 125 тысяч. А Yamaha TW200. Так, мне надо как-то вот хожу, вот так голову нагинаю. 2000 год, 200 объем, 130 тысяч. Suzuki One One 207 год, 135 тысяч. Ну и вот они пошли погонять, которые эндуры. Значит, что это? Suzuki DR-Z400S, 2000 год, 400 кубиков, 250 тысяч он стоит. Следующий. 5-й год, 400 кубиков, 285 тысяч. Kawasaki Super Sherpa, 250 объем, 2004 год, 150 тысяч стоит. Yamaha Lanza DT-230. 97-й год, 175 тысяч. Kawasaki, 6-й год, 250 кубиков, 185 тысяч. Тоже видите, машина, опять я про машину, мотоциклы не новые, то есть они реально, я так понимаю, их просто помыли, да, то есть не подкрашивались ничего, если бы красили, обязательно бы это бы закрасили. 98 год, 185 тысяч. Honda 2004 год, смотрите, с такими мощными амортизаторами, стоечками, да, 285 тысяч. Давайте вот еще ряд возьмем, пробежимся просто по цене, да, 200 тысяч, 205, 220 тысяч, 195, 175, 190, 7-й год 285 тысяч, 95-й год 185 тысяч, 94-й год 180 тысяч, 98-й год 205 тысяч, 94-й год 175 тысяч. Я думаю, вам уже ясно и понятно, да, то есть есть, еще раз повторяюсь, как бы и под бюджет, ну и по техническим данным, либо это для путешествия, либо это где-то там по лесу погонять. Вон еще такие мини-квадроциклы стоят, сейчас посмотрим их. Нижняя защита, вот отсюда как-то надо искать. Смотрите, Honda TRX 90, 98 год, 165 тысяч. Yamaha UF 100, 95 год, 100 с объемом 100 кубических сантиметров, 115 тысяч. Ну вот это вот такой, знаете, какой-то вот он детский. Suzuki LT 80, да, 80-й крузак 1987 года выпуска, 80 кубиков, 120 тысяч.
Вот, смотрите, еще стоит несколько. BMW 6-й год, 1.2, 425 тысяч. Он такой же прям мощный какой-то идет. То есть посмотрите, да, по объему, как они выглядят, насколько они большие. Можно сравнить, да. Honda Varadero 2005 год, литровый, 405 тысяч. Ну и, соответственно, цена тут уже идет подороже. Trump Tiger 800, 2012 год, 575 тысяч рублей. Ну и вот это вообще монстр стоит. То есть Honda Africa Twin, литровый, 2017 год, 765 тысяч он стоит. Ну, как бы не дешево, за 765 тысяч можно и машину купить. Но это новье. 2017 год. В общем, я понимаю, компания Doveline, да, все доступно. Все покажут, расскажут. Выбор просто огромный. Так, давайте вернемся к этим великам, да, потому что поначалу я тут немного запутался, что из них бензин, что из них электро. В общем, бензин 0, то есть он идет электро, да, он напоминает, 14 год, 35 тысяч рублей. Второй велик тоже идет электро, 9 год, 30 тысяч рублей. А вот этот вот идет бензиновый, объем у него 30 кубических сантиметров и стоит он 75 тысяч рублей. Плюс вот этот мотоцикл, он у нас идет, так понимаю, тоже электрон идет. Да, вот 0, 1 ВД, 8 год, 195 тысяч он стоит. Вот она его идет, батарея. То есть, чтобы знать бы, сколько он на этой батарее проедет. Ну, соответственно, вот здесь высвечивается заряд, то есть минимальный, максимальный. Друзья, и многие просили Биби, да, по наличию посмотреть. Так как на рынке их не очень много, вот смотрите, стоит Субарик, да, в той же компании, в компании Doveline. Subaru DeX, 10-й год, 1.3, передний привод, 455 тысяч рублей он стоит. Я так понимаю, это родной аукционный лист, 3,5 балла, пробег 125 тысяч. По кузову, в принципе, автомобиль целый. Конечно, нужно посмотреть по толщиномеру, но сколько вот, если честно, не проезжали, да, на проверку автомобиля в данную компанию, то есть у них всегда все соответствует аукционному листу. Это не реклама какая-то, это вот просто, я вам говорю, из опыта. Давайте еще новую захватим. Райдер. Черный цвет, литье, обвесы. 15 год, 4 ВД. Стоил 545, сейчас 535 тысяч, 3,5 балла, 123 тысячи пробегу. Замена переднего правого крыла. Остальное все целое. Он идет на климат-контроле.